Игра началась, смотрим. Посмотрим на состав хозяев. Представленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Отлично сыграно, надо решать. Спокойно выбивает мяч далеко в поле. Аут, посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Душанту Шамиру. Какой сейв, вратарь творит чудеса. Мяч за пределами поля, угловой. От ворот будет мяч. Это может быть опасно. Мяч ушел в аут. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Душанту Шамиру. И это гол. Первый гол в этой игре забит. Игрок не побоялся пойти в обыгрыш. И вот, пожалуйста, результат. Именно так и должен действовать нападающий. Быстрые ноги, быстрое принятие решений. Классно было сыграно. 1-0. Сейчас будет веселее. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Это может быть опасно. Нужно бить поворотом. Дмитрий Ефремов. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Потерял он мяч, но кому он достанется? Защита справляется. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Надежно играет защитник. Атака прервана. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. На пару решили разыграть эту комбинацию. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. И как опасно пробил. Гол! И счет равный! Вот это по-нашему, по-бразильски. Больше ударов красивых и разных. Минуточку. Георгий, а с каких-то пор по-бразильски это по-нашему? После ответного мяча у нас 1-1. Дмитрий Ефремов. Александр Кокорин. Это может быть опасная атака. Есть шанс выйти вперед. Хорошая могла выйти атака, но защита тоже не дремлет. Мяч уходит на угловой. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи.
Дош Санту Шавейру. Это удар. Сложный мяч. Лучше не рисковать. И после. Команда готова. Тренерские установки получены. Можно начинать. Отлично сыграно. Надо решать. Получает мяч на ходу. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Душ Сантуш Авейру. А вот на поле готовится выйти свежий игрок. Замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Это шанс! Забивай! Вышли они вперед. Посмотрим надолго. Дубль записывает он на свой счет этим голом. Молодец! После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Тут может что-то получиться. Момент! Забивай! Прекрасный гол! Есть хет-трик! Прекрасная игра! Великолепный гол и к тому же третий. Да, и это уже хет-трик. Стадион просто с ума сходит. 3-1 счет. Результативный получается матч. Влад Кирикович. Тренер гостей готовит замену, по всей видимости. Игрок стоит уже у кромки поля. И сейчас арбитр даст отмашку, и футболист появится на поле. Может получиться интересная атака. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Оздоль. Ну что же, разрыв растет, и это уже похоже на разгром. Да, и соперникам явно нужно как-то менять тактику. 4-1. Преимущество в 3 мяча отыграть практически невозможно. Ушел мяч. Аут. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. Момент! Ударище просто! Вратарь спасает своих. Мяч в его руках. Душ Сантуш Авейру. Это может быть опасно. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Мяч покинул пределы поля. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Великолепный проникающий пас. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Душ Сантуш Авейру. Совсем не обязательная потеря. Отличный удар. Влетает мяч в сетку. Удается им забить гол престижа. Интересно атаковала команда сейчас. И если нападающих как-то еще разобрать сумели, то с защитниками не вышло. У каждого игрока обороны в жизни есть вот такой вот звездный час. Главное его не упустить. И скоро на поле появится новый игрок. Замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Федор Смолов. И это просто шедевр. Этот гол забил игрок, вышедший на замену, обращу ваше внимание. Ух, как зарядил! Как из ружья! Занял отличную позицию и мяч заколотил в сетку с близкого расстояния.
Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. 5-2, 7 голов забито, оборона сегодня отдыхает. 9 минут играть в основном времени этого матча. А вот на поле готовится выйти свежий игрок, замена будет в команде гостей. Да, ждет разрешение судьи. Отличный момент! Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Пока неплохо. Плохая подача. Защитник первым на мяче оказывается. Пол команды обыграл. Ничего себе. Он бьет. Ну давай же! И это гол! Еще один великолепный гол, и он подытоживает преимущество одной из команд. 8 голов забито, счет 6-2. Смотрим дальше. Порадовались сегодня. Владеют мячом и ждут.